Давайте посмотрим, в каком состоянии сдаются современные жилые комплексы в Москве. А точнее, рядом с Москвой. Здесь все нужно переделывать. Смотрите на эту жесть вообще. И знаете, какая стоимость здесь однокомнатной квартиры? О парковочном месте я, кстати, вообще молчу. Этот находится рядом с МКАД, всего в 2 километрах. Входная группа. Ну, как видно, здесь датчики движения включаются. И этот ЖК позиционирует себя комплексом комфорт-класса, который якобы возведен в престижном районе. Застройщик с подрядчиком, видимо, так торопились сдать объект. Посмотрите. Смотрите на эту жесть вообще. Как сделана детская площадка. Это просто жесть какая-то. Здесь просто отслоилась детская площадка от ступенек. Они, наверное, могут вообще рухнуть потом. Так, ну это детская площадка. Тут первое ощущение, конечно, прям очень мягко здесь.
О парковочном месте я, кстати, вообще молчу, потому что машину припарковать здесь очень-очень сложно, несмотря на то, что сегодня выходной день. Посмотрите, в каком состоянии выглядит контур детской площадки. Здесь все нужно переделывать. Есть и подземный паркинг, но если вы не обзавелись местом, машину припарковать здесь будет, ну, невозможно. Интересно, в каком состоянии подземный паркинг. Самое главное, чтобы его не затапливало. И знаете, какая стоимость здесь однокомнатной квартиры? 32 квадратных метра. Если это можно назвать, конечно, однокомнатная квартира. Без отделки 7,5 миллионов рублей. Как вам такая стоимость? Что он уже есть? Камушек. А это все просто переделывается, потому что тоже лестница упала, завалилась. Так, если там дорога есть, то здесь она просто отсутствует. Как бы с коляской здесь вот неудобно будет пройти. Я не знаю, передает камера или нет, но здесь, конечно, плитку надо полностью все перекладывать. Она вот как бы такими волнами вся проходит. Где-то просто выломанная. Ну, чем, собственно, сейчас и подрядчик с застройщиками занимаются.
Вот в таком состоянии сдаются современные жилые комплексы рядом с Москвой. Комфорт класса.